поехать у меня в город найти. Которого нет, 17.9. Закройте, пожалуйста, дверь. Позвольте мне. А, закройте. Что не садим, что 1353. Сами они, еще раз говорю, сами,
Сами они не подходили. И не жаловались на него. Мы это уже выяснили, правильно? Да. Не жаловались. Хорошо, только они, еще раз говорю, повторили это, подтвердили то, что они его видели вместе с вами. На расстоянии 20 метров. Он проходил, вы проходили? Ну, это когда я поднялся, получается, где-то это, с эскалатора спустился, да, где-то 20-30, когда подошли ближе, там уже не больше 10 метров. Там комната полиции, двери находятся рядом с хвостом, я не знаю. Ну, хорошо, на расстоянии ближе, чем 10 метров, он к ним не приближался, я правильно могу? Да, 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 совершенно. На расстоянии чем ближе, чем 10 метров, он к ним не приближался. Хорошо, от меня запах чувствуете алкоголь сейчас? В данный момент. Как нет? Ну что, ты что? А что чувствуете? Давайте по существу. Я спросил. Запах не чувствуете? Эколон. Не чувствуете? Далеко. Далеко. Ну хорошо. Значит, у вас состояние сами да? Ладно, хорошо, вы не чувствуете. Повторите еще раз. Уже под новый, как говорится, протокол. У вас претензия одна. Запах. Шаткая походка. Шаткая походка, если нарушена. Все, запах изо рта, шаткая походка. Все, больше претензий нет. Все. И вопросов нет? Нет. Да, и еще последний. Еще последний. У меня есть вопрос. Одну секундочку. Считаю нужным задать вопрос, данный вопрос, так как считаю их характеризующими меня. Вы дали пояснение о том, что... Сюда? Можно я сейчас уточню сначала? Скажите, а когда вами было принято решение составить на нем протокол и свяжись с чем? Кто вам дал команду? Протокол состава, когда я вас задержал. А время какое было? 22.40. 22.40. Вами было принято решение составить на нем протокол, правильно? Составлял не я протокол. А кто составил? Командир. А во сколько он составлял? В вашем присутствии составлял? В моем присутствии. В вашем присутствии. А причины, то есть, причины те же, да, вот изо рта, шаткая походка. А теперь скажите, пожалуйста, а командир ваш видел его шаткую походку, когда он спускался в метрополитен, заходил? Командир? На платформе, да. Он находился в комнате полиции, когда он... Поэтому я спрашиваю, командир нет. Видел, как он споткнулся по вашей лице? Нет, конечно. Шел шаткой походки. Видел этот командир? Нет. Этого командир не видел. Так командир составлял с ваших слов? С моего раба. С вашего раба. Вы составили раба о том, что господин Сильчев... Так вот так вот он находился в станции метро Сухаревская на платформе. В обвинении, чем нарушил правила метрополитена. А теперь скажите, ну то есть... В обвинении или шаткая походка? В обвинении или шаткая походка? В обвинении. А теперь скажите... Нет, ну почему? Но у него запах изо рта был, как я подтверждаю, да? Правильно? Хорошо, скажите, это запах изо рта, юридически, это объективное или субъективное мнение? Знаете, значение здесь. Ну, запах изо рта, ну что дальше? Это объективное или субъективное мнение ваше? Или это уже конечная инстанция, пьяный? Нет, не пьяный, я же не могу сказать, что он пьяный, правильно? Запах изо рта, это подтверждаю, что не я, правильно? Согласен, поэтому я задержал, доставил. Доставил, все доложил, а остальное... Поэтому я объясняю, вы же вы утверждаете, он был пьяный. Я не утверждаю, что он пьяный. А как вы сказали? Я сказал, что алкогольное опьянение. А вот и объясните. В опьянении его был. А в алкогольном или наркотическом, это я не могу подтвердить. Это подтверждает больница в данный момент. Теперь еще раз объясняю. Вы на основании чего утверждаете, что человек находится в опьянении? Так как у него была шаткая походка и запах изо рта. Этого достаточно? Достаточно. Точно достаточно? Достаточно. Вы уверены в этом, что этого достаточно? Что, чтобы человека обвинить в том, что он находится в нетрезвом состоянии, достаточно. Шаткая походка, запах изо рта. Этого достаточно? Ну что, нет, правильно? Экспертиза есть у вас? Моя работа заключается. Поэтому скажите, пожалуйста, это ваша работа. Еще раз объясняю.
Давайте задам вопрос. Это ваше предположение, что он находился в опьянении? Это ваше предположение, что он был в опьянении. Это ваше предположение? А в дальнейшем это выясняется уже не. Я вам задал вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, это ваше предположение? Предположение, что он находился в каком-либо опьянении. Все. Это всего лишь ваше предположение. Все, согласен. Вопрос. Поясните, пожалуйста, с какой целью меня доставляют на станцию метро ДНК? Ваше предположение, говорили свои данные. Да, и что? А на станцию метро ДНК? Все говорят с вами, да. Так что, слышишь? Для объяснения вашей личности мы доставляем. Во сколько это было? Скажите, пожалуйста, во сколько это было, когда его доставляли на ДНК? Вы задержали его 22:40. Да, да. Дальше, во сколько его доставили на ДНК? Через 10 минут доставили его на ДНК. 10 минут ехать надо было? 10 минут? Нет, через 10 минут мы его повезли на ВДНК. Так, 22:50, вы его повезли на ВДНК. Повезли кто? Я. Я, еще кто? Конвой. Ну кто, фамилия? Фамилия? Не помню. Ну, звание, кто за звание? Сотрудник полиции? Да, сотрудник полиции, да. Вы его раньше не знали? Фамилию просто не помню. Ничего страшного, да не говорите, правильно вам человек говорит. Не помните. Если мы вам покажем фотографию, вы можете познать? Пожалуйста. Разрешите? Да. Начальник тоже знает сервис. Скажите, кого вы узнаете здесь? Вы кого-то узнаете здесь? Вот, знаете? Себя узнаю, всех узнаю. Ну кто это? Ну, сотрудник полиции. Как фамилия? Вспомнили? Приносим метро Сухаревская,
стали под окон у него, и потом три свидетели. Изъяли паспорт. Изъяли паспорт. А теперь расскажите, а свидетели не надо допросить? Свидетели, которые присутствовали при изъятии паспорта? Нет, значит, это полковник. Замечание, оценьте, пожалуйста, не нужно подсказывать человеку. Давайте, наверное, захотим разобраться все, как есть на самом деле. А что вы спрашиваете вопрос по существу? Это по существу. Не подсказывайте ему шепотом. Отсядьте от него, пожалуйста. Не надо. Я, не я хочу, товарищ подполковник, чтобы вы были заинтересованы узнать истину. Если вы сейчас будете вот это вот делать, то вы так и дальше будете увидеть все больше и больше оптимистов, которые будут отнимать у вас весь рабочий день на это новое дело. Спасибо за замечание, все. Скажите, пожалуйста. Я свидетелей сразу попросил, когда доставил вам полиции. Сразу? В течение... 10 минут? Нет, меньше. Какой там? 2 минуты нужно. Забыли объяснение сразу взяли, да? Кто бы объяснение не дал? Объяснение? Присутствие. Ну, вы объяснили сразу взяли. И они вам подтвердили, что... Они, да, что видели, что он здесь сидел. Вот, хорошо, они дали объяснение. Он им представлялся, как его зовут? Он им представился? Нет. Давайте мы эти вопросы зададим историку, который занимался представлением дела. Еще вопрос есть? Если он, есть. Он представился, есть. Если он давайте согласен. Это не я уже. Подождите, у меня есть вопрос. Подождите, это просто не удаляя свидетеля. Можно я пока Галя приглашаюсь и дам вопрос? Я много раз слышал термин «шаткая походка». А есть где-то конкретные параметры, какая походка, сколько градусов она является шаткой, когда она уже является поводом для чтения какого-то подозрения? Николай Александрович, у нас понятой просто не на работу. Давайте его опросим. Ну, давайте не удаляем свидетеля тогда. Полицейский, вы не ответили на вопрос. Если я все завтра пойду, это его мнение, это его пойду, шапка как-то, где степень шапки. Ну, а обычный гражданин не может идти, да, правильно вообще? Я знаю моряки дальнего плавания. Так, а здесь свидетель, да, ты так... Не против. Нет, свидетель находится. Давайте пока, это, выйдите пока что. Свидетель. Сейчас понятого не спросите, кто у вас? Здорово. Нет, свидетель же, он уже может оставаться. Нет. Все, я могу идти. Нет, можете остаться. Ну, просто оставаться, свидетель, да, пускай. Считаешь, ну, тебе оставайся. Да, вы можете оставаться, вас не будет. Ваш честь уходит. Товарищ Галкин, мы просим оставить свидетеля. Просим оставить для... Свидетель оставить. Нам не затягивает процесс. Это часть рассмотрения. Это личное дело свидетеля. Как не считать ваш свидетель? Ваш свидетель. Это человек в туалет пошел. Пускай он вернется. Он сейчас сходит в туалет и вернется. А вы уверены, что он пошел? Ну, он сказал, что в туалет пошел. Все, все, ладно, давайте продолжим. Вы же да, вы слышите? Я не слышу. Вам разъясняется. Я бы посадил 51-го слушателя Конфедерации. И статья 17.9. Завет можно донос, в случае, что там будет применено административное надательство, и судить эти неправильно. Здесь напишите. Что пояснили при этом?
Ну, если что, ну, как я не совсем понял, походу, документы там оказывались довольно, наверное. Я не знаю, что я слышал. Вопрос у нас. Да, скажите, пожалуйста, у меня вопрос. Уточните время, поскольку. Ну, где-то, может, 30:40. Ну, 30:40. Ну, да, я переживал, что на последний поезд опоздал. Ну, да, не опоздали? Опоздал. Ну, хорошо, то есть процедура была не полная? Ну, нет, не успею. Ознакомились со всеми, списались, читали хотя бы, что подписали? Точно читали? Или все-таки? Нет, точно читали. А что там было написано? Ну, там было две бумаги о том, что, ну, что вытащили, сказали, список вещей. Ну и вторая бумага деньги, сумма денег. То есть скажите, пожалуйста, в тех вещах, что вытащили, паспорт был? Был паспорт, да? Он отказывался в личность свою, наверное, гласить, да? Вот так пояснить, ну как? Что вы говорите, с личностью установили? Ну, я не знаю, что его остановили. Мне подходит. Нет, устанавливали личность. Процедура была, если я отвечаю, то вы личности, да? Ну да. Личность установили после того, как вместе паспорт установили. Все установили. После этого расписались и погибли, да? Кого-нибудь узнаете, кто в коридоре с вами находился еще при этом? Да, процедуре. Только сотрудник Бориса, как бы ее. Ну, король составлял такой. Старый. Он гражданки был, да? Нет, он. Нет, сейчас он гражданский. Сейчас да. Ага. Он составлял, да? Хорошо. Ну, тут который закрыл, да? Вот фамилию вы не помните? Нет. Не помните. Нет вопросов. Я разрешите. Скажите, пожалуйста, вам разъясняются ли какие-нибудь права и обязанности по бизнесу? Ну, я их знаю, в принципе, я могу отказаться. Будьте любезны, сообщите, пожалуйста, скажите, знаете одно дело, разъясняюсь или нет? Там шла видеофиксация, ну, вспомните, пожалуйста. Да, да. Могу разъясняться, ну, в смысле, могу отказаться или нет, да. Ну, вообще вам что-либо разъяснялось или нет? Ну, да, да. Кто? Патрульный, который меня остановил. Какой патрульный? Приятный знакомый патрульный. А ты что? Патрульный, который находит. Ну, как вас назвать? Он вас остановил, что он разъяснил. Кто остановил тебя? Я остановил, что ли? Да, остановил, что ли? Ага. Сказал, что можешь отказаться, как бы, твои права. Но, как бы, я помню, что с большим сбивали, я не думал, сказал, да, много его назовет. Хорошо, вам было этого достаточно, вы понимали свои права уже? Да. После того, как он вам разъяснил, что можете отказаться. Все, после этого он мне тоже ничего не объяснил. Вы дали согласие и все, да? Да. А никто вам не зачитывал больше, когда вы пришли, когда вы увидели вот гражданина, кто мне говорил, вот тот, 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 тот. Вы их и так знаете, да? Понятно. То есть никто не зачитывал, да? Ну, нет. Зачитывал. Ну, все, хорошо, нет вопросов. Не зачитывал. Все, все. Ну, человек и так знает. Мне же объяснили, ничего страшного. Все? Да, все, спасибо. Спасибо. Приглашаем тогда. Мы вас надели вернулся. Николай Александрович, пометьте, пожалуйста, для отражения мотивировочной части по решению по данному делу. Что, да, права не разъясняются. На никому права не разъясняются. Ну, так знаю. Скажите, у нас видео, что нет, наше контакт удовлетворено, а мы сами нашего свидетеля, и он стоит там 2 минуты. Мы напротив, давайте наши свидетели. Позовите нашего Осетьева. Да, Осетьев. Осетьев, следующий. Да, да, да. Девушка, я чувствую. Пошли, пожалуйста. Меня вернулся на лаборацию. Что, санировали?
Так что, скажите, почему вы являлись свидетелем? А что вы можете нам сказать о обстоятельствах, которые вас привели сюда? 2 августа я приблизительно 23 с чем-то прибыл на станцию Сухаревская, где я помню, в полиции находится. А сколько? 23 с чем-то. И при мне сержант Маша, Саша, я не помню, что сержант какой-то привел. Ну вот был, вы здесь видели? Здесь вот сейчас нет. Нет, а был до этого? Не обратил внимания. Ну ладно, он не был. Форме нужны просто. Он и привел Сенчевича Евгеньевича, он пытался вести пункт полиции. При этом Юрий Евгеньевич как бы сообщил, что я являюсь его защитником. Я, в общем, поэтому и приехал туда. Почему-то не случайно оказался, я специально для этого приехал. Я, на что этот сержант как бы, ну, отказал, нет, скажем так, мне и его защите. Просто его завели в дверь и захлопнули. После этого я начал там сообщать по всяким телефонам, в том числе. Ну, попадает два, ну, поступает звонил, мне там не очень хотели соглашаться кого-то прислать, я говорю, можно прислать на революции, потому что сейчас какое-то нарушение прав защиты и вообще. Другие были соответственно. Я не знаю, по-моему, фамилия, что не представился, естественно, всегда. Так вот, мне дали телефон на. То есть в дальнейшем вы также настаивали на помощи защитника?
Да, и это неоднократно, да, на протяжении всего своего содержания всегда. Я еще не видел, я до самого момента, пока меня не отпустили с отдела полиции, до самого окончания я понятия не имел. Я только со слов сотрудника знал, что якобы по какой-то статье административно для меня составляется материал. Никаких документов, ни протокола задержания, ни административного протокола я не мог. В 7 часов утра следующего дня. Так я и не смог воспользоваться помощью юридического защитника. Там уже впоследствии, уже когда меня доставили сюда, в отдел, в 7-й отдел, также прибыл мой защитник Коровин. Я заявил уже письменное ходатайство. До этого я не мог заявить письменное ходатайство, потому что мне никто не предоставлял такой возможности. Я просто не был допущен своему возбужденному административному делу, но в конце концов я смог, наконец-то здесь уже, будучи здесь, заявить такое ходатайство письменное, наконец-то мой защитник прибыл, его фамилия Коровин Вадим, прибыл, и судьбу рассмотрения данного ходатайства мне так и не была известна. Естественно, он мне ничего помочь не смог, потому что ни материала, ничего. Я понятия не имел, не допущен производству по делу, в рамках какого производства по делу. Поэтому я в некоторых своих предыдущих ходатайствах в шапке писал, прошу, допустим, там шапка, да, там 7-й отдел полиции по административному или уголовному делу. Я понятия не имел, что происходит. Допустить, да, в шапке указал от меня, от Сенчева, допустить в качестве защитника Коровина. Скажите, тогда все, спасибо. Вам вопрос. Скажите, пожалуйста, какие либо доказательства вашего присутствия, вашего желания у вас имеются? Письменные или видеозапись? У вас в случае необходимости можете предоставить видеозапись? Где запечатлено, как вы просите вас допустить, как Сенчев просит вас допустить? Также могу еще пояснить дополнительно, где-то, не знаю, там, по времени, около часов 5-6 утра я прибыл и в 7-й отдел полиции, также представившись защитником, так как там отказали бы часть средств, когда он предоставлен был и сюда, на КПП внизу открыл дежурный и сказал, что никого не пропускают, это приказ начальства, то есть мне сюда пост вообще не пустили в здание. Ладно, все хорошо, вопросы есть. Вот последний вопрос, скажите, пожалуйста, свидетель, вот те события 2 августа, они были примерно похожи на ту ситуацию, которая происходила сегодня, когда мы вот все хотели пройти, и заявление по поводу чего вы настолько это составили? Скажите, в общем-то, примерно да, то есть там приказывают и ведение видеофиксации, и представляются, и приказывают пройти, защищать. Я смотрю, да, похоже. Я хочу пояснить суду, что на самом деле вопрос лицу разбирающему дело вот это вот. Вопрос, конечно, к данному разбирательству особо не относится. Просто дело в том, то, что те сотрудники, которые воспрепятствовали вот, допуска защитника в тот день, они являются коллегами того гражданина, который не допускал, и работают в одном и том же здании под одним и тем же началом. Спасибо. Что-то изначально поменяется, еще раз. Я могу еще пояснить, также вот Харитон, который прибыл, я вроде составлял протокол, я не знаю, как вы составили, что он приехал на территорию полиции. До него никаких таких конфликтов, скажем так, сильных не было, он просто не допускали. А приехал Харитон, он начал применять физическую силу ко мне, ядро. Я, в общем-то, сделал тоже заявление и его подрегистрировали на 10 фиксации мощных данных. То есть, и когда приехал туда ответственный, получается, на предупреждение, то есть опять же Харьков перестал себя так вести. Да, если вы думаете, что вы находите, то я еще не все, вопросы. Нет вопросов, наши следствия. Просто отметить, что было нарушено право на защиту. Просто отметить, что было нарушено право на защиту. Я могу слушателем побыть? Да, конечно, не рад. Свидетель.